Знаете, вот есть iPad Pro, ширина диагонали дисплея в районе 12 дюймов, а есть много аналогов данной диагонали для того, чтобы вы комфортно работали со своими документами и вообще с офисными приложениями, с интернет-серфингом. У нас посылка достаточно большая, одна из самых больших, которые были на канале Gadget Mania. Это новое видео, мы начинаем, поехали! Я к чему, собственно, iPad Pro-то упомянул. По названию вы понимаете, что здесь Huawei MateBook. Я надеюсь, это эта посылка. Сейчас мы с вами распакуем. Написано «хрупко». Соответственно, очень хорошо, что компания Huawei доставляет свои дорогостоящие продукты, достаточно заботясь о клиенте. Что касаемо цен. Да, вы можете сказать, что цена на данный продукт-компьютер-планшет немножко, скорее всего, завышена. Но, друзья, за эти деньги вы получаете премиальный дизайн, премиальное качество сборки. Вот я, друзья, не знаю, как распаковать эту коробочку. Премиальное качество сборки. За эти деньги вы получаете неплохие характеристики. И самое, что важно, сейчас на сайте Huawei Shop Russia, в общем, ссылка в описании, есть возможность взять за обычную стоимость данного ноутбука комплектацию уже с неплохими ништяками, а в частности с Huawei MateDock, я не знаю, насколько продлится эта акция, и еще с каким-то там стилусом. Я не знаю, что прислали мне, но все это приехало очень быстро, доставка USPS, она же DPD в России. Практически такой же доставкой, не практически, а я знаю, что точно такой же доставкой пользуется компания Apple. Ох, я не знаю, я смогу, вроде как открыл. Не знаю, смонтажу я этот вопрос или же отстал так, как есть. Ну, в общем, все снимается практически в прямом эфире. Так, что у нас здесь, собственно, есть? А есть следующее. Есть вот такая вот штука, куча бумаги в качестве уплотнителя, это очень хорошо. У нас есть, скорее всего, зарядное устройство. И все, и в коробке больше ничего, кроме большого количества пупырки, нет. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь, собственно, приехало. Как всегда, отлично все это дело упаковывают. В этот раз, как и с планшетом, на который... обзор на который выйдет совсем-совсем скоро. Там я вкратце рассказал, почему стоит обратить внимание. В общем, вы посмотрите. Очень много пупырки. Так, вот он. Портфолио, кейсборд. И у нас здесь, скорее всего, зарядное устройство. С пауэрбанком, что ли? Да, с пауэрбанком. А нет, не с пауэрбанком. Сейчас все поподробнее вам расскажу. Да, когда вы собираетесь покупать такие вещи, конечно же, стоит подготовиться для того, чтобы посмотреть обзоры, для того, чтобы понимать, что вас ждет и вообще стоит это оно 64 тысячи рублей или не стоит. Итак, перед нами вот такой вот пенал, я как понимаю, что это док-станция, она же зарядное устройство. Вот это все дело у нас подключается напрямую к самому MateBook'у, либо заряжается... Точнее, не либо, а в любом случае заряжается. В общем, это красивый пауэрбанк, вернее, обычный пауэрбанк с красивым чехлом. Сюда также вы можете подключить дополнительные порты по USB. И если вы совсем-совсем хотите быстрого интернета, вы можете подключить LAN-порт. Вот здесь у нас тоже какие-то вещи, но не присутствуют. Эта штука кожаная, прям сразу видно, ощущается по качеству. В общем, друзья, вот эту штуку вы получите в подарок, в полном моего понимании, соответственно, с какими-то, наверное, заводскими упаковками. Если оформите заказ на данный компьютер, на данный планшет-компьютер, я не знаю, как это позиционирует себя, я не знаю, как данный гаджет позиционируется именно компанией Huawei, но по мне так это, наверное, переходный период между планшетом и уже современным ноутбуком. У нас есть зарядное устройство. Знаете, зарядное устройство. Посмотрите, какие зарядные устройства сейчас на современных компьютерах. А тут все просто. Вот такой вот блочок питания с характеристиками. Так, 12 вольт, 2 ампера. То есть 5 вольт, 2 ампера, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 2 ампера. В общем, очень быстрая зарядка, которая, соответственно, зарядит ваш компьютер очень-очень быстро. И USB Type-C с обеих сторон кабель тоже присутствует у нас в комплекте.
Ну что ж, ну и, собственно, сама коробочка. Если честно, я ожидал в такой большой коробке более большую коробку. Ну, на самом деле, все очень смотрится компактненько. Открываем, открываем и получаем следующее. Круто! В ближайшие 2 недели я буду эксплуатировать очень дорогостоящую вещь и делиться с вами своими впечатлениями. Ну что ж, давайте достанем. Здесь, помимо самого планшета, вы найдете только бумажку, она на китайском-английском, тире, все, никаких тире, китайский, английский язык. Все это дело в заводской такой транспортировочной пленочке, и, собственно, перед вами MateBook с красивым таким чехлом. Я еще пока не понимаю, поставляется это все в комплекте или это чехол-клавиатура. Давайте откроем и посмотрим. Я предварительно ознакомился с информацией, что из себя представляет данный продукт. Вы сейчас видите технические характеристики, но если не видите, то здесь все очень просто. Да, друзья, это чехол тире клавиатура, вот таким вот образом это все делается, и перед вами MateBook во всей красе. Если честно, все очень компактно, устройство действительно уже с первых минут покоряет своей компактностью. Что вы получаете? Вы получаете, соответственно, сам планшет-компьютер выполнен полностью в металлическом корпусе, и вы получаете чехол-клавиатуру, если честно, с очень приятным тактильным ходом. Вот первое ощущение от прикосновения к клавишам. Уже нанесена гравировка, не знаю, подсвечивается, не подсвечивается. Сейчас мы попробуем включить и посмотреть, что из себя это представляет. По техническим характеристикам. Насчет этого здесь следующее. Здесь у нас Core M3 процессор. Не помню, какая тактовая частота. 4 гигабайта оперативной памяти, 128 жесткий диск. Есть, скорее всего, возможность вставить дополнительные какие-то расширения по слотам microSD. Это мы все вам расскажем в полном обзоре. Батарейка на 4000 с лишним мАч. Ну, не знаю, сколько, вроде как обещает до 9 часов работы. Я вообще туда нажимаю. Да вроде туда. Либо он полностью разряжен. Эта штука вся отсоединяется, и вы получаете, в принципе, iPad Pro. А собрано, уже сразу видно, что собрано здесь все очень-очень хорошо. Здесь отсутствуют какие-либо пластиковые вставки. Сделано все действительно из монолитного куска алюминия. Это очень приятно холодить руку. Никаких сторонних надписей, кроме логотипа компании Huawei, здесь нет. IPS-матрица имеет какое-то олеофобное покрытие. По разъемчикам USB вроде как Type-C, по-моему, инфракрасный порт, клавиши регулировки громкости, включения-выключения. Как я понимаю, 3,5 в тонкий корпус запустили. Это у нас микрофон, и сверху у нас, соответственно, 2 динамика. Спереди камера, сзади у нас камеры нет, потому что, как предполагает производитель, вы будете пользоваться камерой только для того, чтобы совершать какие-то звонки по скайпу, вайберу, ватсапу и так далее. Абсолютно интересная матрица на 12 дюймов. Снизу еще разъем для магнитов, для того, чтобы вы подсоединяли вот таким вот образом, тик-чпорк, и все. Все это дело быстро коннектится. Друзья, ну что ж, давайте я сейчас его подзаряжу, потому что, как я понимаю, он разряжен. Мы с вами продолжим распаковочку, первое знакомство Huawei с Huawei MateBook. Ну вот, ноутбук, дорогие друзья, зарядился. Huawei MateBook. И вы видите следующую информацию. Если не видите, то поставьте на паузу и увидите. Windows 10 Home Edition Single Launch. То есть, соответственно, для одного языка. Сразу нахожу здесь первый минус. Вся система на английском языке. Если хотите, то покупайте, соответственно, ключ и устанавливайте уже про-версию, где будет уже русский язык. Далее, что у нас по процессору? M3, 1,5 ГГц, 4 ГБ, как я говорил ранее, и 128 накопитель. Немножко попользовался. Система у нас, помимо того, что зарядилась и еще обновилась, заняло это порядка 2-3 часов. Да, Windows создает в этом плане проблемы. И сразу заметил несколько положительных моментов. Во-первых, клавиатура с подсветкой. Сейчас вам этого не видно, но она с подсветкой. Во-вторых, очень компактно, действительно можно брать с собой в любое место и буквально на коленках создавать контент или делать какие-то офисные или бизнес-задачи. Далее, многие из вас будут, конечно, сейчас кудахтать, если вы приверженец, скажем так, дешевых вещей, возьмите лучше, типа, скажите, Чуви или что-нибудь подобное, и вам будет то же самое. Нет, друзья, то же самое не будет, по одной простой причине, что не может товар стоимостью, допустим, $200 равнозначен
стоимостью $1000. Может быть, будет функциональность точно такая же, но, опять же, комплектующие и все, что с этим связано, будут совершенно другие. Здесь все очень хорошо, достаточно очень хороший экран, то есть 2000 с лишним пикселей на 1440, если я не ошибаюсь. Можно поставить Full HD разрешение. Ноутбук – это распаковка. Здесь, в принципе, только о внешних тактильных ощущениях в первый раз я вам рассказываю. Обязательно я сниму полный обзор на данный планшет-ноутбук. Ну, в большей степени почему-то ассоциация у меня, что это планшетный компьютер. Хотя здесь, в принципе, как на MacBook, просто MacBook от компании Apple, установлены Core M процессора, и, соответственно, в принципе, можно даже монтировать видео. Я сюда установлю парочку тестов, сюда обязательно установлю хотя бы какую-нибудь игрушку с аккаунта на Steam, обязательно попробую отрендерить ее в видео. Но мне кажется, что 64 990 рублей, сколько стоит сейчас данный ноутбук, эквивалентен, допустим, если вы не покупаете, если вы думаете покупать вам iPad, если вы хотите уйти от полностью компьютера стационарного большого или достаточно большого ноутбука, то здесь, конечно, выбор идет в сторону планшета-ноутбука от компании Huawei, потому что здесь вы сможете действительно полноценно решать свои бизнес-задачи и любые другие. То есть вы сможете и печатать текст, вы сможете и редактировать файлы, вы здесь сможете и прошивать телефоны, если совсем-совсем захотеть с этим заморочиться. Ну и рендерить видео. Обязательно, конечно же, здесь очень хорошо, наверное, все будет работать Photoshop, потому что такой качественный дисплей, он действительно качественный. Это все, что я могу вам сказать в распаковке. Материалы – это кожа, эко-кожа, скорее всего, не настоящая, а так называемая эко-кожа, то есть очень качественный кожзам. Сама клавиатура, она такая немножко soft-touch и очень-очень мягкая. При этом у клавиш есть ход, то есть при печатании обязательно в течение нескольких дней это все дело протестирую. Ну, а в целом первые впечатления весьма положительные. Вы можете, соответственно, приобрести, и вам дадут вот такой вот док в комплекте. Я, кстати, посмотрел, что на обратной стороне у нас есть еще HDMI разъем и VGA разъем, с этой стороны Ethernet и два USB. Все это подключается к USB Type-C, единственному выходу, входу у данного компьютера, и не надо ничего покупать дополнительно. Так что на этом, пожалуй, все. Это распаковка Huawei MateBook на канале Gadget Money. Обязательно подписывайтесь, вступайте в нашу группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Есть у нас чат ВКонтакте, которым никто не пользуется, но я вас всячески призываю начать туда что-либо писать. И, конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Но первые тактильные ощущения очень-очень хорошие от данного продукта. Все это вот так вот собирается. Вот так вот папочка у нас, соответственно, застегивается, и вы просто это кладете в рюкзак или даже просто держите в руках и идете, делаете свои дела. Huawei MateBook, распаковка на канале Gadget Money. Совсем скоро увидимся. Всего доброго.